баклажан, синий чай. Если очень утрированно подходить к различиям этих школ, то, грубо говоря, синий чай – это предпочтение линейной работе, багуа – это предпочтение кругу в динамике, и тайди чань – это больше строение на основе восьмерки. Вот, поэтому, ну, собственно, здесь все закономерно. Тайди – великий предел, графически обозначается монада инь-ян. Вот, а монада инь-ян можно также выразить в определенной степени и восьмеркой. Я не буду сейчас рассказывать о том, какой тайдзи правильный, какой неправильный. Есть разные, есть официальная теория, которая гласит, что якобы современные тайдзи, то, которое принес в 19 веке Пекин Ян Лучань, оно имеет корень Чэньцзягу. Есть другая версия, другие точки зрения на эту тему. Вот. Достаточно основательные. Я уже говорил на прошлой встрече, что есть изыскания известного мастера Утунаня в хорошем очень переводе и с очень хорошими комментариями Андрея Олеговича Меленюка, научного сотрудника нашего института Дальнего Востока. Можете его найти, эту книгу. Вот. Она есть еще, по-моему, в переводе Березнюка из Новосибирска, человек. Вот. Но я вам рекомендую, если вы этим заинтересуетесь, почитайте вот перевод Меленюка и его комментарии. Тем паче, что Меленюк является практикующим мастером. Не просто переводил, не просто писал, а писал с пониманием, сознанием дела. Он в свое время общался и с Ван Пейшеном, учителем моего учителя из Гоуджонфин, моим учителем. Два слова о моем учителе. Ему в этом году исполнилось 90 лет. Зовут его Гао Джуанфей. Он является учеником мастера Ван Пэйшена. Он относится к пятому поколению передачи традиции. Соответственно, Ван Пэйшен относится к четвертому поколению. Вот. Но так уж исторически сложилось, что во время, когда еще Ван Пэйшена, к сожалению, посадили в тюрьму в 63-м году, вот, по ложному обвинению, якобы он готовил ограбление какой-то там команды. Это был период большого скачка провалившегося и голода, и якобы он готовил ограбление амбаров какой-то там коммуны. Вот. На самом деле там за этим стояло то, что незадолго до этого на юге, в Джидзяне, по-моему, посадили нескольких мастеров. Дело в том, что всегда кулачное искусство было под колпаком государства, потому что, ну, потенциально оно могло производить боевиков. А эти боевики, соответственно, могли составить конкуренцию уже официальным боевикам государства, то есть армии, спецслужб, полиции и так далее. Вот. Ну, короче говоря, Ван Пэйшена посадили в 63-м году, и он вернулся после тюрьмы, после так называемого Лаогая, перевоспитания трудом на северо-востоке Китая. В Пекин уже только в 79-м году. Но, слава богу, до того, как это произошло, учитель, еще не предполагая всех этих событий, их никто не предполагал, попросил
Ван Пейшен, у своего учителя Ван Пейшена разрешение позаниматься у мастера более раннего поколения, очень хорошего мастера, одного из нескольких так называемых тигров Туйшоу пекинских, у Ян Юйтина. Вот. К младшим из шести этих тигров относился Ван Пейшен. Там же был еще Хань Муся. Хань Муся, кстати, был шифу Джоу Энлая. Вот. Так что Джоу Энлай, он тоже там немного потерся возле Тайдзи. Вот. Так вот, Ван Пейшен не только разрешил учителю позаниматься, моему учителю Гао Чжунфэю, позаниматься у Ян Юйтина, но и сам его отвел к тому в дом, представил, и у учителя сложились хорошие отношения с Ян Юйтином. И если посмотреть внимательно на манеру Ван Пейшена, на манеру моего учителя Гао Чжунфэя, на манеру Ян Юйтина, есть небольшая запись. Есть фотографии, есть небольшая запись выполнения форм Ян Юйтином, то можно видеть, что на самом деле манера учителя гораздо ближе не лапидарной манере Вана, а более такой изящной манере Ян Юйтина. Вот, собственно, почему я вам говорю об этом человеке, потому что от него мой учитель взял много, от Ян Юйтина. Ну, соответственно, а я уже брал вот Гао Чжунфэя. Вот. Познакомились мы с ним вскоре после моего приезда в Пекин. И вот 4 года я по утрам ездил в парк возле дома учителя, и мы занимались. Сначала первые года полтора на велосипеде, пока уже не уматывался, потому что 12,5 километров туда, 12,5 обратно, после этого еще нужно поработать. Вот. Ну, потом стал ездить на машине, собственно. Первый раз, когда приехал на машине, прямо рядом, как вот напротив дом, околоток полицейский, прибежало несколько человек, смотрели. Естественно, не просто иностранец, приехал на машине с посольскими номерами. Ну, еще пару дней походили, потом он надоел. Вот. Что лежит в основе вообще преподавания в тайдзи? Вот здесь лежат книги, вот, много разных книг. Вот. Когда меня спрашивают люди, которые у меня занимаются, ну, или которые просто интересуются, чтобы я им что-то сказал про тайдзи, меня спрашивают, что читать про тайдзи, я им говорю, читайте вот это. Дао Дзи. Нет, ну а вот какие книги. Любая архаическая традиция, она изначально устная. Она изначально в устной передаче. Но только потом начинает фиксироваться в письменных источниках. И в частности с тем же самым Тайдзи Чуанем. Вот у меня была одна ученица, которая очень хотела, чтобы я перевел все названия всех форм, которые мы выполняем. Я сказал, зачем вам это? Форма, она очень часто чисто имеет чисто аллегорическое значение. Не знаю, там какой-нибудь удар лотоса в прыжке, там, не знаю, там зубы тещи в поцелуе. Какая разница, как это называется? Вы же приходите, например, на тот же самый карате, и вам никто не переводит на айкидо, например, реми ноге или в карате какой-нибудь там сукуюке. Вам просто показывают, что это такое. Если вам показывают, если вам объясняют, если вас научают этим пользоваться,
то вполне достаточно. Более того, поскольку, знаете, что такое дембельский альбом? Кто знает, что такое дембельский альбом? Дембельский альбом – это такая штуковина, которую изготавливали, по крайней мере, раньше товарищи солдаты. Это такой сборник комиксов, вот, полусмешных, полугероических, и напичканные фотографии. Я на танке, я под танком, ну и так далее. Вот. И там всякие стихи, песни, а поскольку писали всегда это не сами увольняющиеся в запас, а молодые, салаги так называемые, которых припрягали, там делалось это обычно ночью. Сидит человек, клюет носом, переписывает, делает ошибки. Вот так 10 раз переписали, ошибок поднакопилось, получается полный бред. Вот так вот с записью этих форм мы, например, пользуемся тем списком, который просмотрен, утвержден еще в 1933 году, упомянутым мной Ян Ютином. Вот он выверил, посмотрел, писал. Вот этот, этими названиями, этим списком форм мы и Львовна используем в нашем обучении. Я по некоторым видам форм насчитал в одной из форм 6 разночтений, вплоть до абсолютно бредовых. Вот. То есть, типа, есть такое движение с разворотом. Вот. Ну вот в том варианте, про который я только что говорил, называется «обмахнуть спину веером». Вот. Вот есть, например, такой вариант записи «три проникновения в тыл». Какие три проникновения? В чей тыл? Каким образом? Это непонятно. Это уже начинается бред. Вот. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к обучению, к процессу, информации, да, информации вагон, ее много очень. Особенно сейчас, в период развития информационных технологий, ее просто плодят, как тараканов. Вот. Если раньше записывали только мастеров, то теперь каждый может выложить свою каля-маля в интернет и найти себе адептов, которых он будет обучать вот этой каля-мале. Вот. Это ради бога, как говорится, каждому горшку своя крышка, на здоровье. Это как так лучше, чем от водки и от простуд. Но, тем не менее, я просто хочу объяснить простую вещь, что вот это вот огромное количество информации, во-первых, львиная доля этой информации, она либо ложная, либо искаженная. А во-вторых, и это главное, я помню, как-то употребляли мы алкогольные напитки с товарищами спецслужб. Вот, и разговор зашел что-то как раз об информации, и человек говорит: да, вот информация – это главное. Я говорю: нет, информация – это не главное. Главное – это ключи к пониманию информации. Если у вас есть ключи к пониманию информации, тогда вы всегда по трем двум косточкам склеите всю остальную фигурку. А если у вас нет ключей, то даже если у вас все будет перед глазами и под руками, ничего с этим не сделаете. Как это было грудой непонятных предметов, так оно и останется. Дают ли, передают ли носители знания это знание другим людям? Ну, да, действительно, у китайцев у них очень такое аккуратное отношение к передаче. Как, смеясь, говорила мне жена учителя, у нас, говорит, есть поговорка: учитель научил ученика, умер с голоду. Вот.
Ну, смех смехом, но такой момент тоже есть. Знание – это реальный ресурс, а к ресурсам на Востоке привыкли относиться очень аккуратно и бережно. То есть не будут так вот вам во все щели совать, что называется. Сначала докажи, что ты, в принципе, способен это не просто проглотить, но и переварить. Вот. Тогда тебе что-то, возможно, дадут. Вот. Дают ли? Да, дают. Аккуратно, дозированно, ну, дают. Вот. И это уже зависит от того, какие у тебя выстраиваются отношения. Вот. Насколько ты открыт учителю, насколько учитель открыт тебе, и насколько вообще в тебе видят человека, способного принять. Ну, потому что учитель, он всегда появляется на дороге ученика только тогда, когда ученик к этому готов, и не раньше. Иначе, даже если они встретятся, они все равно разойдутся друг мимо друга. Вот. Поэтому информация – это замечательно, но тут еще один момент. Надо понимать, кстати, об этом я говорил, вот насчет соотношения информации и знаний. Вот можно, в прошлый раз приводил простой пример, конечно, утрированный, грубоватый, но тем не менее. Вот вы можете изучить огромное количество информации, например, о плавании. Да? Стать великим теоретиком плавания. Потом вы прыгнете или упадете в бассейн и утонете. Потому что, будучи великим теоретиком, реальным знанием вы не обладаете. Ну, я говорю, условно вы. Может, кто-то из вас чемпион мира по плаванию. Я не знаю. Я насчет чемпиона мира по плаванию. Вот, у нас был случай, когда в бассейне утонул мальчик на глубине по грудь. КМС поплавал. Судьба. Вот. Так вот, в основе любой духовной практики лежит сокровенное знание. В основе конкретной практики тайцзи лежит то, что называется нэйгун, внутренняя работа. Эта вещь в огромной степени связана с даосскими практиками, хотя и не только с ними. Вот, это и в буддизме есть, но вот в даосизме есть целых 72 вида таких практик, вот, которые обычно назывались даоинь. Но после 49-го года, поскольку все это было нежелательно связывать с религией, которая, как сказал товарищ Маркс, опиум народа, появилось новодельное достаточно слово цигун, вот, такое не имеющее вроде как отношения к даосизму. Цигун, то есть работа с ци. Вот. Цигун, если очень утрированно говорить, это все виды работы с ци при помощи управления тонкой энергией ци при помощи сознания. Вот. Причем сознание имеется в виду не вербализованное сознание, а в большей степени то, что вот под вербализованным сознанием, вот этот огромный массив, который обычно называют подсознание. Так вот, нэйгун – это работа с ци, прежде всего работа с сознанием, то есть дух, тело и посредник сознания. Ци направляется при помощи того, что называется инин. Инин – это, я это перевожу как направленное сознание.
Вот, то есть это некий волевой импульс, осознанный. Осознанный не на уровне вербальном, а плюс Б сидели на трубе. Вот, а на уровне ассоциативно-индуктивного мышления. Понятно, что такое ассоциативно-индуктивное мышление? Ассоциативно-индуктивное мышление – это то, что работает в образах. Почему говорится, что тайзи развивает образное мышление? Действительно так. И, кстати, очень хорошо развивает речь. Казалось бы, какая связь, тем не менее. Но речь намного свободнее и легче у тех, кто занимается тайзи. То есть, если человек начинает заниматься тайзи и правильно занимается, то его речь становится свободнее. Так вот, ассоциативно-индуктивное мышление, ну, что такое мышление вот, вербализованное, формально вербализованное? Это вот есть некий сигнал, сигнал поступает куда-то, он идет так, приходит наконец, да? Ассоциативно-индуктивное мышление – это мышление, где этих последующих звеньев минимум. Оно скоростное, но быстрое. Мышление в образах. Для чего применяется, вот говорят про медитацию. Что есть такое медитация в правильном понимание. Медитация – это ощущение сознания. Небезызвестный Бодхидхарма 9 лет просидел перед белой стеной. Да? То есть он 9 лет он приходил в зал для медитации, садился перед белой стеной и занимался медитацией. Основная задача – очистить сознание до состояния белого листа. То есть чтобы весь тот вербальный шлак, которым забита голова человека в процессе социализации, кармических долгов там и так далее, чтобы он, это все ушло в осадок. Вот один из видов, кстати, такого очищения сознания – это небезызвестный Джан-Джуан. Столбовое состояние. Вот. Там есть разные виды. Самое смешное, что зачастую, ну и в практике и тайзи, и не только тайзи, всех, наверное, этих восточных практик, начинают говорить с людьми, а человек, который обучает, он не понимает сам, что он делает. Это беда бессистемности и недостаточности общения с носителем традиции, к сожалению. Потому что, как происходит обучение в тех же самых нэйдзя, тому же самому тайзи, в основе лежит что? В основе лежит так называемая передача. Что такое передача? Передача – это не то, что вам сообщают такую информацию, сякую информацию. Информация – это вторично. Первично – это то, что человек своей личностью, всей своей личностью, он вас сонастраивает с собой, он вас модерирует собой. И тогда у вас, у человека, у которого отсутствует системное представление о внутренней работе, он идя начинает со временем, если вы открыты, и он весь взаимная открытость, со временем начинают кристаллизовываться какие-то там крупинки. Эти крупинки там склеиваются в большие крупинки, эти крупинки склеиваются в какие-то комочки. Вот так происходит этот процесс. Далее, если вам поставили базу, если вам задали правильное направление, если вам выверили компас, то
вы уже можете как-то варьировать внешнее свое движение, соотнося с этим внутренним компасом. Вот. Тип. Вот. Например, когда после 4 лет занятия вернулся я в Москву, имея при этом опыт занятий другими вещами, там преподавательский опыт, я пытался преподавать, начал преподавать тайцзи, появились какие-то люди, которые хотели учиться. Я пытался преподавать так, как мне преподавали в Пекине, и из этого ничего не получилось. Люди не смогли, ничего не пошло. Почему? Потому что другая земля, другие люди, другая культурная среда. Это я смог войти в ту среду, потому что я китаист. И то с большим трудом и скрежетом. Мне ушло где-то порядка 2 с лишним лет на то, чтобы что-то начали эти крупинки выпадать. Это при двухлетнем, при постоянно, при ежедневных занятиях с мастером высшего класса. И пришлось как-то форматировать манеру преподавания, искать ходы, и они постепенно нашлись. Нечто подобное, я вспомню, вот мне рассказывали люди из клиники тибетской медицины, когда к ним приехали эмчи-ламы из Монголии. Эмчи-ламы – это ламы-врачи, те, которые занимаются врачеванием. Они владеют массажем, лекарством, рефлексотерапией. И они пытались лечить местных людей вот здесь, в Москве, так, как они лечили у себя в Улан-Баторе. И у них ничего не вышло. Вот у их коллег, которые приехали из Бурятии, у них плохо получалось. А у этих монголов, которые вроде и недалеко, вот что там, Улан-Удэ, от Улан-Батора, они там далеко. У них не получалось, потому что они не поняли, что другая энергетика, другой информационный контур. Они пытались работать так, как они привыкли работать с монголами там, в Монголии. То есть, если тебе задали правильный курс, если ты идешь правильно, в принципе, если тебе есть чем, на чем выверять, тот оселок, на котором ты можешь выверять, ты можешь внешне как-то варьировать этот путь. Я уже говорил о том, что существует такое глубочайшее заблуждение, что тайцзи – это такое гимнастика для старперов или беременных. Вот. Но откуда это пошло? Пошло это, собственно говоря, тайцзи никогда не был массовым. Никогда не было массовой школы до прихода коммунистов к власти. Когда коммунисты пришли к власти, им нужно было оздоровлять страну, а Китай на тот момент являлся мировым больным, в том числе и физически. Огромное количество пил курилин, нищета. Они взяли за основу советский опыт, в том числе и в этой области. Одна или две, может быть, даже, но одна точно из форм тайцзи вот массовых разработана при помощи специалистов из Советского Союза, по-моему, из Соливка. Вот. То есть они стали делать массовую физкультуру и сделали ее на основе вот национальной вот этой вот такой квази-тайцзи. Естественно, с одной стороны, это дало огромную массовость, с другой стороны, это дало, естественно, огромную профанацию. Вот.
итоге сейчас существует огромное количество специалистов по тайзи. Об этом не будем говорить, это спорная тема. Вот. Все это распространяется по всему миру. В общем, я вам скажу просто, что тайзи – это реальная боевая система. Другое дело, что она сложная. Она сложная, а потому для подготовки людей с отбитыми мозгами не подходит. Потому что люди с отбитыми мозгами тайзи не постигнут, а те, кто тайзи постигнет, в боевики не пойдет. Ну, потому что уровень не тот. Вот. Есть базовые принципы определенные, вот, которые... Да, по поводу еще одна тема, которую часто очень затрагивают, это является ли тайзи, имеет ли тайзи оздоровительный эффект. Да, тайзи имеет оздоровительный эффект при правильном его использовании, при правильном его изучении. Почему? Потому что при помощи тайзи можно, что называется, рихтовать вот эту вот нашу структуру, восстанавливать. Вот. Каналы чистить, те самые дзинло, которые у нас проходят, виртуальные, ну и так далее. Почему же тогда вот так многие мастера очень рано ушли из жизни и отнюдь здоровья не блистали? На это скажу такую вещь, что вот мастерство, оно, это тоже испытание. Если вам дают знания, то это не факт, что вы сумеете, и знания, и какие-то умения, это не факт, что вы сумеете их достойно применить и достойно с ними обойтись. Ну, представьте, что, например, у вас есть некая система, рассчитанная на 127 вольт напряжения. Вот. И вы вышли вот на оптимум использования этой системы. А вам хочется больше. Вы вырубаете 220, а потом 380, а потом, может, еще больше. Что происходит с вашей системой? Она сыпется. Вот это часто происходит с мастерами. Я не буду здесь называть имена, кто на этом погорел, но на этом погорели многие. А вот Ян Юйтин, например, о котором я говорил, умер в 97 лет. Сидел, курил трубочку, сидя на диване. Докурил, нагнулся, вывел трубочку, разогнулся и приставился. При этом Ян Юйтин был один из крупнейших мастеров 20 века. И он же говорил одну очень интересную вещь. Когда я вижу, как люди начинают с придыханием говорить о тайзи там или еще что-то, во всем должно быть некий оптимум. И вот это вот с придыханием, оно ни к чему. Да, нужно уважать то, чем ты занимаешься, но не делать из этого кумир. Вот Ян Юйтин, он говорил так: я обучил больше 10 тысяч человек, и никто из них так и не понял, что такое тайзи. А тайзи – это игра. Это верховное понимание, да, ну как бы, скажем, игра, то, что самое такое высшее понимание. Вы об этом? Спросите Ян Юйтин. Ну, я думаю, что не вот это вот. Это вы нигде не прочтете это то, что в
приватной беседе мне однажды сказал учитель. А учитель сказал мне на YouTube сам. А он разве не говорил другим, что это игра, то есть чтобы они восприняли ее именно такой? Каждый человек может много откусить, но не каждый человек может проживать. А из тех, кто может проживать, не каждый может проглотить. А из тех, кто может проглотить, не всякий может переварить. Есть простая истина. Много званых, но мало избранных. Поэтому тот, кому дано понять, тот понял. А кому не дано понять, тот все равно. Хоть ему вот, вот такой талант дает в руке. Какая разница? Я говорю, вот то, чем отличается знание от информации. Информация – это слепо. Да, вот вы пришли в лес, вы увидели след. Он о чем вам говорит? Ну, может быть, вы определите, что может быть, а вот это может быть тигр, а вот это может, а может это кабан. А вот охотник, он определит не только, кто прошел, но когда прошел, самка это или самец, и так далее, и тому подобное. В этот момент информации способность, скажем так, или состояние человека, получается так? Знание. Знание – ключи к пониманию информации. Понимание того, что стоит за этим. Понимание внутренних алгоритмов. Но это же способность понимания, или как? Это же способность. Нет, способность – это способность, а понимание – это понимание. Может быть, у вас есть способность к прыжкам в длину, но если вы ее не реализовали, то она так и осталась способностью. Это уже третий вопрос по поводу реализации, я согласен. Ну и по поводу, опять-таки, оздоровительного эффекта, вот, неоздоровительного эффекта. Например, в тайдзи широко распространены движения удары открытой ладонью. Вот когда бьют открытой ладонью в какой-нибудь там курсы самообороны для дам, да? Например, там объясняют, что надо бить вот этой вот частью, да, туда-сюда. В тайдзи так называемый джан – это удар вот отсюда, из лаогуна, то есть из самой впуклой части. Ну что, попробуем? Чтобы было видно. Надеюсь, что бутылочка. Вообще без совсем короткий сделал, дюймовый, так сказать, да? Он вот он идет. Он, смотрите, сейчас не это главное, сейчас то, что вы видите, турбулентность возникает. Что получается здесь? Получается нормальный гидродинамический удар. На сколько процентов человек состоит из воды? На 80. О, что такое гидродинамический удар, знаете? Вот если в воде рядом с вами взорвать небольшой заряд, то вы погибнете из-за гидродинамического удара. Ну что такое удар открытой ладони? То он здесь лаогун – это вообще одна
должны запомнить простую вещь, что руки, кисти рук у нормального, у хорошего специалиста тайзи, они необычайно хорошо артикулированы. Он все время движется по-разному, да? Еще раз попробуем. Да, да, большой палец. Указательный. Средний. Безымянный. Мизинец. Все время, когда я работаю, когда мы работаем, все время рука артикулирована. Не просто клешнями машем. Рука все время артикулирована. Более того, все пальцы завязаны на определенные внутренние органы и на определенной части опорно-двигательного аппарата. Есть еще целый ряд ключевых принципов. Вот. Ну, элементарно простая вещь. Вот. Да. Вот. Вот. Когда я беру, открываю поясницу, что делаю? Разделяю вверх и вниз. Да? Еще. То есть разница между соединенным по состоянием и разделенным верха и низа. Верх легкий, низ подвижный. Как раскрывается, это уже отдельное практическое знание. По поводу практики. Вот опять-таки есть простые вроде бы такие движения, казалось бы. Стоит человек и что-то там делает. Вот он делает раз, два. Сейчас покажу, что это такое на самом деле. Вот. Ну, здесь у нас, к сожалению, развернуться нельзя. Раз, это вот. Это удар в горло. Два, он убирает руку. Не так, так эдак. Вот вам гимнастика для беременных. Кстати, когда говорят, что якобы Ян Лучань адаптировал тайзи к возможностям и способностям придворных, изнеженных, которые пришли заниматься к нему, это говорят люди, которые не понимают вообще, что такое двор, что вообще-то манжуры – потомственные воины и охотники. И кроме того, среди занимавшихся в основном были люди из дворцовой охраны. То есть реальные, реальные действующие воины. Вот. И то, что они пришли, остались и занимались, постигали, это говорит о том, что они увидели в человеке реального учителя, который их может научить сражаться. Вот. Что можно смотреть в синематографе,
вообще на тему тайдзи или на тему боевых искусств. На тему тайдзи я, честно говоря, могу сказать только, назвать так сходу только один фильм, он на китайском языке. Ну, его можно смотреть и без перевода. По-китайски он называется «Шаонян Джан Цан Фэн», «Юный Джан Цан Фэн». Такой, КНР и тайваньцы снимали это в 92-м, по-моему, году его сняли. Вот. Чем он хорош? Он хорош тем, что там показан очень правильный подход. Там как бы проходит линия двух друзей, которые оба якобы выходцы из Шаолиня. Один из них, ну это, конечно, ерунда, но тем не менее, один из них небезызвестный Джан Цан Фэн, мифический или мифологический создатель Тайзи Чуаня, а другой его друг Ян Гуйшань, который вырос Шаолине, но при этом так уж получилось, что значит, вот Джан Цан Фэну передали сокровенные знания, и он стал великим мастером. Очень-очень правильный фильм, потому что там на протяжении 24, по-моему, серии этого Джан Цан Фэна пытаются убить и так, и сяк, и эдак, и на кулачки порвать. И Джан Цан Фэн постоянно сражается с кем-то. И не убивает ни одного, не убивает, не калечит ни одного человека. А Ян Гуйшань, который хочет стать Тянься Ди, первым в Поднебесной, крошит там, ну, вот как в американских боевиках, где, значит, good guy, он там за собой оставляет целое кладбище обязательно. Гораздо больше крошит народу, чем bad guys. Ну, такое вот у них странное представление о справедливости, доброте американской. Вот. И смысл? В чем смысл? А в том, что да? Тайдзи – кулак великого предела. Вот опять-таки мы говорим, почему для боевиков-то не подходит. Кулак великого предела. Все время поддержание чего? Гармонии. То есть человек дал, он гармонию не нарушает. Он является частью, почему я говорю, что читайте Дао Дэ Цзин, и желательно в хорошем переводе. Перевод Ян Хиншуна, он вообще-то не Ян Хиншун, он Ян Синшун. Читайте его, он один из лучших. Вот. Он не нарушает балансов, установленных творцом или природой, как там вам угодно. Он не вносит туда свой эгоизм. И поэтому ему открыто высшее мастерство. И в той мере, в какой ему открыто высшее мастерство, он способен на... Он не вносит дисбаланс, он восстанавливает баланс. Я вам просто сейчас прочту вот пару мест отсюда. Вот это вот, прежде всего, 50-й джан. Я слышал, что кто умеет овладевать жизнью, идя по земле, не боится носорога и тигра. Вступая в битву, не боится вооруженных солдат. Носорогу некуда вонзить в него свой рог. Тигру негде наложить на него свои когти, а солдатам некуда поразить его мечом. В чем причина? Это происходит от того, что для него не существует смерти. Ну, я вот тут не согласен с Ян Синшуном. Тут на самом деле написано «Чи у сиди». В нем нет места смерти. Сиди – это место смерти. Что такое место смерти? Место смерти – это
те контрактуры, которые образуются в его структуре из-за страха. А страх есть следствие чего? Страх есть следствие от падения от единого потока или от Творца. Вот у него этого нет. И поэтому ему не нужно отшибать головы, вот там, крошить всех на колбасу и на окружку. Вот, собственно, что можно было бы сказать о правильной идеологии тайцзи. Вот. Поэтому тайцзи – это действительно боевая система, но очень специфическая боевая система. Вот. Я видел людей, которые пытались совмещать тайцзи с карате, с еще чем-то. Но это получались такие достаточно странные агломерации, вот, которые, в общем-то, тайцзи назвать сложно. Ну, где-то, может быть, по рисунку, но вот опять-таки мы возвращаемся к тому самому нэйгунгу. Если человек в той или иной степени овладел этим нэйгуном, тогда в его движениях есть смысл. Если он не овладел этим, если он делает чисто внешние движения, тогда получается ерунда. Почему? Потому что это как система. Вот, например, есть провода, да, если по ним не идет ток, то это просто проволока. На этой проволоке можно вешать плакаты, сушить белье. Но это проволока. Если там идет хотя бы 12 вольт напряжения, есть, да, есть ток, поток электричества, это уже система. Она может быть 12 вольт, она может быть 1000 вольт. Это уже зависит от того, под что эта система заточена и насколько эффективно она используется. Вот здесь мы возвращаемся опять-таки к тому, почему многие мастера рассыпались в достаточно молодом, ну, в относительно молодом возрасте. Вот, а мы рассыпались, потому что система у них не была настроена на то напряжение, которое они через нее пытались пропускать. И когда вот есть еще другой момент, когда то, что я называл эффектом обронзовелости, это когда вокруг человека образовывается круг почитателей, учеников, адептов и так далее, которые отливают учителю пьедестал. И учитель на него взбирается и там помирает во всех смыслах. И в прямом, и в переносном. И как учитель, мастер, и как просто как биологическое существо. Вот. Поэтому одним из важнейших моментов в занятиях тайцзи является нравственный момент. Если вы чистите свои каналы, если вы очищаете, отлаживаете свою структуру энергетическую, но при этом у вас какая-то гнильца в духе, то будет вам нехорошо. И примеры тому, к сожалению, вот человек не даст соврать, были. Серьезно. Вот, примеры были. Поэтому учитель, когда берет ученика, он, ну, сейчас, правда, модно в Китае набирать их пачками, вот, раздавать эти джены, какие-то справки. На самом деле,
я уже говорил в прошлый раз, могу снова повторить, единственный документ, и то котирующийся внутри школы, это даже не то, что внутри школы, а внутри семьи. Вот. Это написано на красной бумаге большой шов. Письмо с прошением о принятии в ученики. И оно-то остается у учителя. Там подпись ученика, подпись рекомендателей, свидетелей. Вот они тут стоят, вот сидит учитель с женой, вот он ученик кланяется 3 раза, прося принять его в семью учителя. Поэтому он им кланяется, как своим родителям. И они становятся для него вторыми родителями. Вот так, так что тонкий момент. Вот. Хотя, естественно, в век сетевого маркетинга все это изрядно подпорчено, но тем не менее все равно еще остается. Вот. Ваш вопрос? Цель какова? Подскажите, пожалуйста. Не понял. Ну, у вашего движения, да, или тайцзи, как правильно, цель какова? Это обучение воинов или как? Я не совсем вас понял. Ну, какова цель философии? У каждого учения или подготовки есть цель определенная, правильно? Вот в вашем движении или направлении какова цель? Я думаю, что у каждого она достаточно своя. Если говорить про сегодня. Я поэтому и спрашиваю. Я бы сказал, что это, на мой взгляд, я могу только свою оценку дать. На мой взгляд, это такое воинское искусство для продвинутых. Для тех, кто... Знаете, я достаточно давно уже пришел к выводу, что, в принципе, чего-то вообще добиваются люди... Ну, скажем так, сумасшедшие. Ну, есть так, воля правды. Вот. Ну, не то, что сумасшедшие, а те, которые вот упертые, вот что-то им нужно. Вот, потому что тем, кому и так хорошо, им и так хорошо. Сидит человек с бутылочкой пива, смотрит телевизор, ну, или сидит дама не с бутылочкой пива, а с чем-то другим, вот, треплется с подругами, тоже хорошо. Вот, комфортно и сухо. Вот. А вот те, кому что-то вот надо, вот они действительно немного сумасшедшие. Вот. Здесь, во-первых, нужно положить огромное количество времени и сил без гарантии результата. Я ездил к учителю, вот, ощущая себя полным идиотом. Я просто понимал, вот внутренне понимал, не головой, а здесь я понимал, ну, получится, не получится, ну, надо ехать. Надо ехать, надо слушать, надо стараться понять. Все. Продержаться почти 2,5 года, прежде чем что-то у тебя начинает выкристаллизовываться, это уже тоже, знаете, если учесть, что до этого у меня был другой совершенно опыт, когда мне там давали кучу информации, но почему-то из того, кроме сертификатов, я не вынес ничего. Вот, ну, вру. Что-то вынес, но несоотносимо. Несоотносимо. Я потратил лет 20 на занятия различными видами, но почему-то только учитель мне объяснил, что такое стойка. Это просто какой пример, навскидку. Вот. А и вообще оно как бы вот истинное... Реальное знание, оно дается, я же говорю, оно дается в основном в притчах. Как еще раз? В притчах.
не прямыми логическими конструкциями, не ими, и самой личностью учителя, его пониманием, миропониманием. Вот. Ну, простая вещь. Вот в 2011 году был такой момент, когда мне удалось вывести, привести учителя сюда, в Москву. И мы провели 10 занятий, семинаров, 10 занятий. Вот буквально на первом, в начале первого занятия, он сказал, интересно, такую вещь, что вот мы с вами находимся вот в этом зале. У него есть потолок, у него есть пол, у него есть стены, окна, двери. Но мы используем не их. Мы используем то пространство, которое они образуют. И в тайдзи мы используем то пространство, которое образуется вокруг нас. А вот это вот, учитывая то, что всех учили бороться, искать, найти, не сдаваться, преодолевать, бороться. А это не работает в тайдзи. А в тайдзи нужно другое. А в тайдзи нужно отпустить и пропустить. Вот чтобы это сквозь тебя прошло туда-сюда. И выясняется, что это самое сложное. И что это сложнее всего людям сделать. Нет такого навыка. А если еще этим управлять, ну это вообще трубодел. Простите, а в тайдзи постоянно надо пропускать через себя? Или все-таки как бы есть момент, когда надо отвергнуть, и когда надо пропустить через себя? Может быть, есть и такой вариант, и такой? Да есть разные моменты. Так я вот есть понимаю, разные моменты. Разные, разумеется. Сквозь себя нужно... Здесь это не просто движение чьё-то, это вот сквозь ты... Что такое сквозь себя? Вот я в одну из поездок на Удан, это был раз 7 или 8. Учиться там нечему и не у кого, на мой взгляд. Но место... Изумительное. Место изумительное. Мощнее. Уданшань. Это то место, которое считается вот, родиной тайдзи. Вообще-то прародиной исторической. Она связана с Джансанфеном и так далее. Там даосские святыни, горный массив провинции Хубэй. Ну, той самой провинции, центром которой является Ухань. Вот. И там однажды я встретил человека, который, я его назвал Дайкунджа, несущий воздух, то есть не несущий пустоту. Вот от этого человека было ощущение такое, что сквозь него можно было пройти насквозь. Вот что я имею в виду под пропустить. У него вот такое ощущение было, что у него абсолютно растворено эго. Он прозрачный. Не в том смысле, что он прозрачный, что сквозь него кронштадт видать. Теперь понятно, что такое пропустить? То есть, грубо говоря, он не цепляется и не отвергает там некоторые чужие, там, может, уставы. Ему нечем, его не за что зацепить. Да. Прозрачно. Тхомидо. Скажите, чтобы понять эту прозрачность, нужно начать взаимодействовать с этим человеком. Только в взаимодействии видно, что у него, допустим, нет такого качества, как это.
А с ним, понимаете, как взаимодействовать? С ним взаимодействовать... Вы просто побудьте рядом с ним. Вот будет ваше взаимодействие. Почему я говорю, что учитель, он модерирует вас собой? Это то самое. Если вы будете открыты, если вы почувствуете его частоту колебаний, да, вот этого дайкунжа, да, несущего пустоту, тогда, если что-то в вас соотнесется с ним, что-то вас зацепит, тогда у вас есть шанс. Но это, понимаете, это вот у вас цепануло, а потом вы уехали обратно в Москву и на круги своя. Это длительный процесс. Человек очень сложная структура. Он выстраивается, у него там и то, что от предков досталось, и то, что он сам себе нахапал. Да, что не съем, то он понадкусаю. И все вот это склеилось в некую агломерацию. И чтобы это разминировать, нужно работать очень-очень тонко. И нужно, чтобы рядом был тот, с кем ты, как с камертоном, можешь сонастраиваться. А если ты сонастраиваешься с Ксюшей Собчак, соответственно, как, ну, если туп как дерево, то вы, то будешь баобабом. То родишься баобабом, будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Поэтому, когда говорят, да, ты же свободен, ты можешь... Нет, господа, каждый человек, все мы являемся частью единого целого. Ноосферы, соборности, там, называйте как угодно. И поэтому мы все отвечаем за состояние тех, кто рядом, а тех, кто рядом, отвечают за состояние наше. И чем больше ментального дерьма в моей конкретной голове, тем больше его в коллективной голове. Поэтому говорится, что спаси себя сам и спасешь всех. Вот смотрите, вот ваш пример про человека счастливого, который сидит и выпивает бутылочку пива. Вот. Но довольно часто ситуации такие, что кто-то, так сказать, начинает мешать человеку наслаждаться жизнью. Там пришел милиционер, сказал, здесь нельзя распивать. Или просто там какой-нибудь маргинал. То есть это говорит о чем? Что человек, несмотря на свою способность наслаждаться, он как-то внутренне загажен, что притягивает там всякое... Нет. Что помогает, что мешает ему наслаждаться жизнью. Знаете, тут все проще. Человек живет либо по законам, старается жить либо по законам неба, да, как горе имеем сердца, да. Если он не туда обращен, то он тогда живет по законам зоопсихологии. Вот социум, он живет по законам зоопсихологии. У кого самая красная попа? Да, вот пойдите вот в зоопарк московский, там есть вольер с макаками японскими. И понаблюдайте за ними полчаса, вы увидите социум вот в увеличительной степени. В той мере, в какой человек не ориентируется на красную попу, да, в виде там Бентли, инстаграмов с чужими яхтами и машинами, на фоне которых там я под яхтой, я на яхте. Вот в той мере он, вот в какой мере он под яхтой, в такой мере он бабуин. В какой мере ему это на это поливать и что-то более да, другое имеет, да? Не приходящее в той мере, он человек. Вот и все. Но это мы уже уходим от тайзии в сторону. Вот смотрите, даже в этом примере бабуин, он сидит в клетке, и ему еду приносят. Да. А могут не принести? Могут не принести, но в основном приносят. Вот, иначе зоопарк закрывается там и еще ну, что-то да. Происходит. А как вот человек, ему же в любом случае нужно взаимодействовать с этим миром и в этом взаимодействии учитывать правила взаимодействия. А вот эти правила, они, в общем-то, обусловлены в том числе и Ксюшей Собчак и прочими, и прочими. Сейчас я вам обещал два
зачитать. Вот я вам второе зачитаю. Человек с высшим Д, с высшей моралью, не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен. Человек с низшим Д, то есть с низкой моралью, не заводит, зоопсихологию, не оставляет намерения совершать добрые дела, и поэтому он недобродетелен. Человек с высшим Д бездеятелен, в том смысле, что он не действует ради своей шкуры, и осуществляет недеяние. Вот осуществление недеяния – это следование в потоке. Человек с низшим Д деятелен, и его действия нарочиты. Обладающий высшим человеколюбием действует, осуществляя недеяние. Человек высшей справедливости деятелен, и его действия нарочиты. Человек, во всем наблюдающий ритуал, действует, надеясь на взаимность. Если он не встречает взаимности, то он прибегает к наказаниям. Вот почему Д появляется только после утраты Дао. Вот почему Д появляется только после утраты Дао, то есть мораль появляется после утраты единства с Творцом или с природой. Человеколюбие после утраты Д, то есть после утраты морали. Справедливость после утраты человеколюбия, а ритуал после утраты справедливости. Ритуал – это признак отсутствия доверия и преданности в ритуале, начала смуты. Вот мы в стадии ритуала. У человека Дао нет выбора. Он просто является частью потока. Ответил на ваш вопрос? У нас еще есть 15 минут, так что если у кого-то еще есть вопросы. А вот со стенами тоже пример. Так не можете пояснить? Вот вы говорите, что уважение стены, двери и прочее. Не-не-не-не-не-не-не. А то пространство, которое они создают. Я не говорил, что важны. Я говорил о том, что это не я, кстати, сказал, а учитель сказал, что используем мы не стены, потолок и пол, а используемое пространство, которое они образуют. И, кстати, в Дао-де-Цзине, сейчас не буду листать, искать, там сказано, что 13 спиц и обод образуют колесо. Но двигаемся мы благодаря тому, что между этими спицами есть пустота. А возвращаясь к тайдзи, в тайдзи мы на самом деле работаем с пространством, которое вне нас. Вне тела, точнее, так скажем. Вне нас не совсем правильно, потому что у нас есть вот этот кокон из семи оболочек. И в частности в Джанжуане мы его рихтуем. Мы его расправляем, мы его зашиваем. Ну, зашиваем, правда, не столько Джанжуаном, там есть другие моменты. Это в столбе? Да. Но вот, тем не менее, так сказать, мы не используем двери, опять к этому такому примеру, не используем двери, окна и прочее, что создает это пространство, используем само пространство, но оно само по определению ограничено тем, что мы не используем. Вот в тайдзи цюань что получается? Есть пространство, но как пространство комнаты создается тем, что мы не используем, то есть стенами и прочим. А вот в тайдзи цюань что создает это пространство? Ну как что? Человек? Тело человека? Мое, его, вот мы взаимодействуем, вот. Мы уже формируем некую конструкцию сложную, которая окружена этим пространством. Получается тело, которое меняет состояние окружающих, то есть, вот как вы сказали, там, допустим, как камертон, который излучает определенную частоту. И это уже другое. Камертон – это другое. Камертон – это когда мы выверяем себя относительно
того, кто несет в себе знания, которые мы хотим от него получить. Другое. Другой функционал, другой аспект. Ну, просто вот аналогия пустота человека, который как воздух, можно его сравнить с камертоном, который настроен на определенную частоту. И именно эта частота создает вот это состояние, которое мы называем пустотой. Нет, если мы говорим о личности, то мы говорим о в аспекте того примера, который я приводил с этим монахом даосским, то мы говорим о пустоте вот здесь. О пустоте в смысле отсутствия жадности, желания нагрести. Это другая пустота. По сути, отсутствие желания. Ну, страстей, вот, страстей, да, пожалуй, а не отсутствие желания – это вряд ли. Я не думаю, что у него есть отсутствие желаний, но есть отсутствие страстей. То есть человек воздух, он все равно не лишен желания? Желание и страсть – это разные вещи. Я имею в виду, вот, как вы говорите, находясь в потоке, будучи пустым, сохраняются желания или они соответствуют состоянию потока? То есть какой поток, таково и то состояние? Не знаю, не готов сейчас ответить на это, об этом надо подумать. Я имел в виду, что эгоизм уже чаще всего связан с тем, что человек что-то хочется. Ничего-то хочется, а хочется, я же говорю, вот что не съем, то понадкусаю. Ну, одному одно хочется, другому другое, но в любом случае чего-то хочется. Это да. Отсюда возникают цели. Раз чего-то хочется, это становится целью. И, соответственно, этим определяется его поведение дальнейшее. Соответственно, нет, так сказать, желаний, нет цели, и, соответственно, все остальное. Желания и страсти – вещи разные. Вещи разные. А что такое страсть? Ну вот, например, почему в бою, да, вот выше, высшего уровня воин, он бесстрастен? Вот он мне хочет проломить голову, я просто его останавливаю, нейтрализую. Вот как тот самый Джан Санфэн, который это высшее. Воин может быть и другие. Вот как тот самый Ян Гуйшань, который крошил налево и направо, и колбасу и на окрошку. А может быть, как Джан Санфэн. Но Джан Санфэн это высшее. То есть есть высшее, есть низшее. Тем не менее, вот вы говорите, он никого не убил, не покалечил, этот мифический воин, создатель этого боевого искусства. И тем не менее, он всю жизнь сражался. Ну да. Ну то есть, как получается, человек... Ну потому что его нуждали к этому. Его нуждали обстоятельства. Он просто нейтрализовал опасность. То есть даже пустой человек, он зависит от обстоятельств. Что значит зависит от обстоятельств? Ну, то есть я так понял, что вот человек воздух, вот как вы сказали, на примере, все проходит через него, а через магического дела. Естественно, обладая телом, он не может быть абсолютно независим. Но вопрос, как он реагирует. Вот как пустота может реагировать на то, что пытается на нее воздействовать? Он не совсем пуст. Он все-таки человек. Как человек он обладает телом, не только духом. То есть даже вот человек воздух, он все-таки не совсем воздух, он еще не. Он не совсем воздух. Он не совсем воздух, разумеется. Если он станет совсем воздухом, он станет небожителем. Духом.
говорят, что такое возможно. Я не видел. То есть духов нет? Я не знаю. Как говорили у нас на КВН, в ДСВ, это дом студента Навернадского, первичен дух из мусоропровода. Почему из мусоропровода? Почему из мусоропровода? Это в советское время еще, знаете, было же, что первично, дух или материя. Вот. Ну, что отвечали наши? В ДСВ первичен дух из мусоропровода. Ну, то есть, как бы, вот запах, да, вы видите? Да. Запашок, разумеется. Скажем так. Вонь, скажем прям. Ну, это просто шутка. А если у человека насморк, и он не чувствует носом, он все равно подвергнет? Нет, я думаю, что нет. Тогда он свободен от духа. Еще вопросы? Да вы не стесняйтесь. Тоже я сейчас уйду через 5 минут. Если у кого есть желание получить какие-то контакты, подходите. Там сейчас нужно будет очищать пространство. Чуть-чуть. Из ваших учеников. Низенько. Да, мы тут как-то продемонстрировали, потом пришлось с пола книги собирать. Ну что ж, хорошо, если что, есть у меня канал на YouTube, там есть записи кое-какие с учителем в том числе. Канал называется, сейчас напишу. Вот. Также можете писать. Ну, собственно говоря, если сюда приделать, то будет адрес. А если не приделать, то будет канал YouTube. Ну что ж, благодарю за внимание, за потраченное время. Спасибо.